Итак, продолжение моего покупочного бедствия. Мне всегда что-то да надо. Я уже устала от этого, честно говоря. Ладно, на Авито. Мне еще есть два набора, и один уже приехал. С ним вообще прикол произошел. Я буквально захожу на Авито, и написано: 10 минут назад выложено объявление. Это остатки. Это не целый набор. Очень по очень приятной цене. Тут и бисера достаточно, и ниток просто выше крыши, и перфорированная бумага. В комплекте не хватает только иголочки и магнит, потому что это магнит. Но я не хочу его использовать как магнит, я бы использовала его просто как какую-то штучку, висюльку или какой-нибудь просто такой пин, который можно куда-то повесить. Вот, очень понравилось. 350 рублей, все удовольствие. Плюс доставка недорогая. Отличный сюжетик. Такой стоит в новом виде. По-моему, я видела на Демшоп 1100 рублей. По-моему, если я не ошибаюсь. Но только я его получала. Просто какой-то прикол. Заказала Фейвпост доставкой. Ничего не предвещало беды. В день, когда оно мне пришло, мне приходит смс-ка: извините, по техническим причинам мы вашу выдачу перенаправили в магазин Перекресток. Я такая: ладно, на кассу, окей, хорошо. Прихожу, они такие: ваши посылки нет, мы ее потеряли. Чтобы вы просто понимали, что произошло, они не могли в одном ящике, в одном шкафу, вот где у них посылки лежат, найти мою посылку. Полчаса они искали. Просто они ее потеряли, я стояла в шаге от своей посылки, полчаса ждала. Супер. Заняла все время нескольких девушек-специалисток, людей в очередях, просто для того, чтобы мне полчаса выдавали посылку, которую не потеряли, а просто не могли найти в одном ящике в шкафу. Причем там все были пакеты в этом шкафу, ну, обычно типа почтовые пакеты, а моя одна единственная посылка была в коробке. Представляете, вот такой огромный, вообще... В огромной коробке, вот такая маленькая, вот писюлина, просто вот у меня ладошка маленькая. Мне, как обычно, приспичило, я что-нибудь вижу. Чаще всего в последнее время я вижу что-то на Авито, наборы какие-то. Лезу, провожу ресерч, смотрю. Их просто ищу там по Леонардо, по иголочке в других магазинах. И оказывается, что они есть в иголочке в Леонардо. И зачем мне покупать в втридорога на Авито, когда я могу съездить пить это в Леонардо или в иголочке. В моем магазине, естественно, этого не было нигде поблизости. И мы ездили на машине. Я, наверное, показывала ставки, как это было, по снегу. Москва еще не до конца и не везде это дочищено далеко. Это трэш. Вот, зато там магазин отдыхна. Первый раз была в ТРК «Океане». Мне очень там понравилось, там такой аквариум красивый. Ну, логично, да, океане, аквариум, как в этом, господи, как он называется, авиапарк. Только мне почему-то кажется, по моим воспоминаниям, я 2 года назад была в авиапарке, мне кажется, в авиапарке там побольше аквариум, я могу ошибаться. Вот, нет, мне кажется, там побольше аквариум. Зашли в Мак, кстати, который типа Зара новая. Кринж, полный кринж. Не знаю, но нет, как бы каждому свое, как говорится, но сравнивая то, что было и что сейчас есть, там можно найти что-то, но это совершенно абсолютно разные магазины, и это нельзя назвать аналогом Зары вообще ни по качеству, и ни по ассортименту, по коллекциям, только остались старые эти магазины сами. На них напихали вещей, которые абсолютно не имеют ничего общего с Зарой и даже близко. Вот, ну ладно. Короче, чё? Набор. Как все произошло? Я листала Авито, как я уже сказала, и просто видел сначала один набор. Причем целый новый продавали, потом второй набор. За ними, кстати, не поехала, потому что вот эти два торговых центра, где была иголочка и Леонардо, они находились в 15 минутах езды друг от друга, то есть прям, ну, близко, прям очень близко. А другой, третий магазин иголочка от этих двух магазинов был в часе с копейками езды в другой конец Москвы, и от меня тоже это еще дольше, это где-то, наверное, 3,5 часа мне нужно было бы, чтобы добраться обратно. А тут я подумала...
горе ножи с синим пламенем. Я потом этот набор нашла на Авито, если что, да, раза во сколько, 2,5 дороже, ну ладно, если что, переплачу, чем мне туда, блин, переться. Я только денег потрачу на дорогу и времени ужасного, просто количество часов, чтобы вернуться и, точнее, съездить и вернуться туда. Ну, короче, первый набор, который я увидела на Авито и купила в Иголочке, причем последний забрала по Москве, последний, его нигде нет уже ни в Леонардо, ни в Иголочке, но есть на Авито, то есть что всегда найдут, причем у двух продавцов, если я не ошибаюсь. Вот такой вот классный, такие тяжки прикольные. Мне он напоминает почему-то одновременно и Милхил, и Dimension, знаете, такой старый какой-то. По-моему, у Dimensions есть сюжеты с чашечками вот в таком примерно виде, но совсем другие. Здесь в чем прикол? Сейчас я этот высыплю прикол. Вот. Прикол вот в чем. Два вида бисера и где? Вот здесь вот немножко видно. Металлизированная, вот, металлизированная нитка. Прикол, прикол. Нитки просто сок, смак, потрясающая история. Очень мне нравится сюжет. Такой незатейливый, смешной. Единственное, что мне совсем не нравится, вот эта вот вышитая рамка. Я ее, наверное, не буду вышивать, потому что она, во-первых, и увеличивает размер картины, и как-то она, не знаю, мне не нравится. Не хочу я ее вышивать. Вот. Совсем не буду. Никакую. Вышлю просто вот столик, чашки, и достаточно. На этом все. Очень клево. 149 рублей, представляете, стоил. А на Авито его можно найти за 400 рублей. Вот. Классный. Ездила, это не в океане был, это был ТЦ Ковчег. Очень маленький магазинчик, где нельзя припарковаться. Ну, за торговый центр там нельзя припарковаться. Там можно припарковаться только... Извиняюсь, что отругался. Припарковаться можно только в близстоящем торговом центре, который находится через метро. Вот. Метро Пионерская. Так, дальше. И я увидела остатки набора, который сейчас вам покажу, от Алисы. Тоже на Авито. Но это были остатки, как я уже сказала. И мне не хотелось покупать остатки, причем такого большого набора. Я уверена, что не хватило бы ниток. И покупать... докупать нитки, с учетом того, что стопудово у гаммы они будут отличаться по, как это назвать, по партии в оттенках. И мне хотелось именно вот обладать целым набором, потому что это, я так понимаю, не я так понимаю, а это стопудово у DMC есть наборы с точно такими же феями. Это феи, да, там много этих фей разных, вот. Очень красивый, суперский. Я пока искала оригинал, вот я вставлю, когда покажу этот набор. Давайте покажу. Я пока его искала, оригинал, рисунок от художницы, тоже напишу здесь вот имя художница. Я нашла этот набор, естественно, в сборке DMC, ну, в наборе DMC, как в наборе он продается у DMC. Там другая совершенно цветовая гамма, но в любом случае. Это просто чудо. Он называется «Принцесса лета». Очень красивый, просто прелесть. Меня сначала потянуло на ангелов, теперь меня потянуло очень сильно на феи. Видимо, с того момента, когда я пропустила очень классный набор от Милхил с феями. Ну, как пропустила? Меня жаба задушила, а потом его взяли и смели. Его было 4 штуки, и купили все 4. Спасибо. Причем за 1.5 дня. Ну, я, как всегда, в луже осталась. Но зато... Стоил он 595 рублей с моей скидкой 8%. Да, поздравьте меня, у меня теперь уже 8% Леонардо. Мы движемся планомерно. Потихонечку, не спеша, к 10%, видимо. Очень красивый набор, ну просто чудесно, она такая чуть-чуть, просто, ну просто милашка, просто прелесть. И, кстати, мне этот набор в разработке у Алисы нравится больше, чем в разработке у DMC, потому что у нее там DMC совсем другое лицо, оно у нее отбэканное. Здесь только чуть-чуть, знаете, так очертания, чуть-чуть где-то прям совсем минималистично, не контрастными нитками. Единственное, что немножко листики эти пугают. С
своим многообразием. Ну да, очень мне нравится цветовая гамма. Очень она красивая, просто потрясающая, великолепная, чудесная девочка. И последний набор. Я когда искала вот этот набор в Леонардо, увидела вот этот набор. Причем, представляете, как получилось? Я смотрю, этот набор тоже в торце океане, что и вот этот набор продается. И он был еще в каких-то других магазинах. Сегодня, перед тем, как выехать туда, я захожу проверить наличие, но думаю, а то вдруг поедем и уже что-то купили из того, что я напланировала сегодня купить. И смотрю, а его уже в остальных магазинах смели, и он остался один-единственный как раз в океане. Я подумала, я точно тогда его буду брать, потому что я намеревалась просто поехать и вот за этим набором и просто посмотреть на него, взять, не взять. Тут немножко проглядываются ниточки, у Алисы тут сразу схема идет. Очень красивое место. И чем мне понравился этот набор, его можно вот взяли, один цветочек вышили, отложили. Еще один цветочек вышили, отложили. Травку вышили, отложили. Ну просто красота. Так вот потихонечку, постепенно его можно продвигать. И вообще красота. Смотрится эффектно. Забрала последний. Не знаю, может быть еще где-то в уголочке есть. Но в Леонардо его больше нет по Москве. Осталось еще два пока что. На данный момент набора, которые мне уже едут с Авито. Там едет один набор старенький, старого производства, года выпуска от Клард, который я вообще за смешные деньги купила, ну тоже расскажу. И очень классный старый, разработки тоже, Dimensions. Разработка 97 года, а сам набор 2010 года выпуска. Он просто супер. Я не могла... Я как его увидела на вид, что его выложили, я просто только о нем думала, потом решила написать и... В общем, купила. Покажу в следующем включении. Я ввалилась домой. У нас, знаете, как обычно. Нам куда-нибудь приспичит обязательно метель, пурга, снег, ужас. Просто выходим из дома, в прогнозе передают, что будут осадки, треть месячной нормы за сегодня выпало. Просто потрясающе. Я пошла домой, нажралась чиримши с маринованным чесноком, просто кайфую. Теперь готова вам показывать, что я забрала с Авито, Валберес и Леонардо. Как обычно. Давайте, наверное, начнем с шок-контента, потому что я уже забыла даже, что я откладывала это на Wildberries, в отслеживании, в лист ожидания. И, причем этот набор я искала, недавно записывала видео о том, что я его искала. И вышивала как раз какой-то угол. Короче, в правом где-то у вас вот здесь, в правом верхнем углу у вас вылетела подсказка, где я вышивала первый свой Dim, и это был Dimensions Petite Treasured Friend. И я хотела, вообще там была такая предыстория, что я изначально хотела на Dim матери, маме вышить мамину чашку, но я ее все не могла никак урвать на Авито. Потом ее начали продавать по каким-то конским ценам, я такая типа спасибо, не надо. И потом увидела Treasured Friend на Озоне за 1150 рублей, и подумала, отличное, выгодное предложение. Выцела, и маме очень сильно понравилось. И буквально через пару дней после того, как я маме презентовала это все, я захожу на Wildberries. И что я вижу? В листе ожидания я его периодически проверяю. Это было утром, я не знаю, 11, наверное, час утра. Я захожу. И там эта мамина чашка висит у меня в листе ожидания, в наличии. Я его добавила хрен знает сколько месяцев назад. И я не рассчитывала, что она там вообще будет. Потому что там были отзывы 22 или 20 года. Я такая, И бац, она висит, я быстрее... Я, знаете, немигающим взглядом на нее смотрю. И я понимаю, она стоит 1180 рублей, чтобы вы просто понимали. А она... В Авито в это время она продавала за 2500, без учета доставки. И я смотрю на нее немигающим взглядом,
понимаю, что растут 1180 рублей, я кидаю срочно в корзину, смотрю, она одна, и, господи, у меня на тот момент на карте было 1200 рублей. Мне просто четко хватило, у меня там 20 рублей на карте, и я ее оплатила, оформила, и вот она у меня. И каково же было мое удивление, когда я вот это получила на Wildberries, потому что в отзывах там была старая еще партия, старый выпуск, а это, как вы видите, белая упаковочка, это перевыпуск. Я была так удивлена. Какого хрена, собственно говоря, да, почему? У меня такой вариант. Либо к тому моменту, как я уже зашла на Wildberries, раскупили целую партию привезенных этих димов перевыпущенных, либо где-то у них затесался один перевыпущенный дим, они его выложили, этот петит, я имею в виду, и все. Я, Игорь, я в шоке. Я когда... А мне девушка дала его вот так, в пункте выдачи. Я такой, ну, отлично, сейчас проверю. Потому что еще схему хотела проверить. Ну, то мало ли бывает такое, что меняют схемы. Или почему-то, то ли это брак, я так и не поняла, то ли что. 21-й год, кстати, написано. Вот здесь. А вам не видно, да? Ой, вот здесь. 21-й год. Прикол. Значит, у меня где-то все-таки завалялось. То есть это не новое, совсем не новое. Ну, короче. Вам посвечивают. Ну, короче. Я просто в шоке. Я просто в шоке. Теперь у меня есть мамина чашка. И раз пошла, как говорится, такая пьянка, я потом положила уже все денег и заказала вторую такую же рамку, в которую я оформляла Treasured Friend, чтобы у меня все гармонировало, и у мамы тоже гармонировало. Вот такая вот неожиданная, очень желанная и совершенно удивительная покупка у меня произошла на Wildberries. Говорю, Wildberries просто какой-то кладезь каких-то приколов и, ну, около раритет. Его днём с огнём не сыщешь, Wildberries такой. Это мне по плечу, ну, точнее, продавцы на Wildberries. Первая тоже суперспонтанная покупка. Я увидела это буквально, выложили там спустя полчаса на Авито. Я это увидела спустя полчаса, точнее, на объявлении. Думаю, надо написать, потому что... Цена стояла смешная, 100 рублей буквально, плюс там доставка 190 рублей, это какие-то мелочи для наборов. Я просто для себя поняла, что я очень люблю старые раритетные наборы от Клад, которые уже не выпускаются много лет. Смотрите, какая прелесть, просто птичка. И я не знаю, что это. Птичка, цветы птички, не знаю, что за, за цветы такие. Птичка похожа на воробушка. Пчелочка тут такая смешная. Боже мой, ну просто прелесть. Прелесть, прелесть. Ниточки изумительные. Мне очень нравится цветовое сочетание, цветовое сцене. И мне очень нравится, как раньше Кларк оформлял свои наборчики. Вот превью выглядит просто роскошно. Очень нежно, очень мило. Написала, быстро договорились, вообще никаких проблем. Быстро отправили буквально на следующий день. И мне из Петергофа все это дошло за два... Нет, за три дня, по-моему. Ну, то есть прям моментально. И немножко... И я уже спойлерила немножко. Здесь внизу, наверное, видели. У меня тут 33 чашки, как обычно, стоит. Это вообще что-то. Я когда это увидела, что это выложили... Я несколько часов ходила как на измене, думала заказать, не заказать, заказать, не заказать. Немножко цена кусалась, но я понимала, что это старый набор, который сейчас, как я поняла, не выпускается. У него не было перевыпусков почему-то, хотя набор суперский, на мой взгляд, опять же таки. Он сама разработка 97-го года, по-моему, я говорила уже в прошлом включении. А этот набор, сам вот сборка его 2010 года, просто какая-то волшебная история. И я все не могла, думала, блин, думала о нем, ходила вокруг да около, несколько раз открывала карточку товара на Авито, все, блин. Плюс достаточно далеко находилась от меня, естественно, мне нужна была доставка. И я все думала, ну сейчас вот если я сейчас его не куплю, его точно кто-нибудь купит. Прошел там час, два, три, его никто не покупал. Я думаю, так, все. Мне он нужен, пропадену пропадом. Что я буду, блин, экономить? Или еще что-то, где я еще такой набор найду?
Вот какова вероятность, что его когда-нибудь в ближайшее время вообще кто-нибудь выставит на продажу? Вероятность крайне-крайне мала, мягко скажем. Посмотрите, это просто что такое. 1700 рублей он стоил, все удовольствие. Единственное, что это было указано в описании, он был скрыт уже изначально. Пришел девушке, видимо, она его покупала где-то, я не знаю где, тоже с рук. Ей изначально он пришел в таком вот скрытом виде. И я так понимаю, может быть, она его на eBay покупала, потому что на eBay вот так вот любят наборы, судя по тому, что показывают вышивальщицы в обзорах. Другие вышивальщицы на eBay очень какая-то... Что это такое? Иностранные вышивальщицы очень любят все это дело переорганизовать вот таким вот образом на свой органайзер и потом не вышивать. Я думаю, и судя по тому, как это все написано, каким почерком, мне кажется, что это писал кто-то американский. Ну, короче, англоговорящий, потому что все красиво так написано. Написано, как будто язык родной. Так. Какая-то вот такая вот блестящая история. Я пока даже не понимаю, как это все вышивается. Ну, в общем, ниток маловато. Я надеюсь, их хватит. Потому что они такие, видите, коротенькие прям совсем. Может быть, это у меня такие мысли всплывают просто потому, что вот в этих вот наборах петитовских нарезка 90, по-моему, сантиметров, если не ошибаюсь. Там огромные вот такие вот отрезы, и ты пока ее там вытащишь из пасмы, пока сложишь, пока в нитку, в иголку засунешь, она такая, у тебя сопля болтается, а тут маленькие такие огрызочки. Я надеюсь, мне этого хватит. Я надеюсь, тут вроде как все на месте. Мне еще очень нравится, какое тут указание, символ. Просто мило это выглядит, конечно. Ну, я, естественно, это буду все перевешивать на, наверное, свой какой-нибудь органайзер. И свои буду элементы перерисовывать, потому что, ну, некоторые, мягко скажем, прямо скажем, плохо читаемы. Давайте так скажем. Плохо читаемы. Ну, вот. Нитки супер. Мне очень нравится цветовая такая гамма. Это выглядит очень красиво. Тут также в наборе. Я вам сразу распакую и покажу, потому что мне тоже очень интересно. Я распаковала просто по наличию посмотреть в пункте. Вот такая вот. Называется Dove Grey Aida. Такая серая, голубенькая, что ли. Вот, вот. Если вот близко к моим обоям поставить, они у меня такие синие. И вот видно, что они голубые. Если я уберу, куда-нибудь вот положу, более серым оно кажется. Ну, такой серо-синий, короче. Я вот думаю, наверное, раз уж я начала покупать равномерную основу, может быть, имеет место быть, заменить основу здесь тоже. Я уже присматривала вчера основу, потому что она мне вчера пришла, эта русалочка. И я думала, и вот мне надо теперь сравнить то, что я там надыбала, вот с этим вот уже вживую увиденным отрезом, потому что девушка мне прислала фотографию этой основы, и у нее она прям там четко серая на фотографии. Я вот вижу, что она такая вот прям с явным голубым оттенком. По-моему, это безобразие закончилось. Я не знаю, сколько я ждала. Минут 10, чтобы оно закончилось. Короче, что я хотела сказать. Сбила мне эта переделка. Вообще, это немножко не моя история. Да, девочки, это моя история в разных их вариациях. Но вот эта вся морская тема как-то меня каждый раз обходит стороной. Но я не могла отвести от нее взгляды своего. Она просто, мне кажется, изумительная. Невероятно. Тут вот эта уникальная, интересная ниточка. Она такая, знаете, я даже не знаю, с чем сравнить. Очень интересно будет ей вышивать. Она не разделяется, но видите, такая плоскенькая. Посмотрела на ключ, ужаснулась немножко, потому что... Сейчас я вам просто покажу. Это. Ну, 97-й год. Извините, конечно. Что мы хотели? Мы ничего не хотели. Во-первых, вот.
тут разделено просто, ни табличкой, ничего, просто написано, что это для чего? В две нити для крестиков, две нити, вот это вот в две нити для полукрестиков, это в три нити для полукрестиков, вот это вот смешивание обычной нитки одной и одной вот этой радужной, интересной, вот такой вот опаловой нитки, блестючей. Также здесь отдельно на другой странице, вот тут вот, в куче текст, нужно разобрать и понять, что это тоже часть ключа, представляете? Тут указано, что вы просто понимали, французские узелки отдельно, не здесь, не тут, не вот тут, вот тут. Вот просто, вот видите обозначение, тут просто куча текста. Я сначала не обратила внимания, а потом я сижу, жду, когда этот ужас закончится, эта какофония звуков. И смотрю, ну прям вот очевидно, видно, что тут присутствуют в некотором количестве французские узелки. Вот тут вот прям видно, да, вот где-то здесь у нее еще французские узелки. Думаю, странно, вроде по ключу нет. Думаю, дай-ка почитаю вообще, что тут написано. Бац, ключ на другой стороне вообще находится. Продолжение его, удивительная, конечно, история. Ну да ладно, как-нибудь я разберусь. В принципе, и так все тут понятно. Немножко схему, так, чуть-чуть, знаете. Я бы всю схему не показала, так, чуть-чуть. И еще мило, знаете, тут написано, вот тут я, по-моему, не видела, чтобы в новых наборах так писали в Dimensions, но, во всяком случае, вот у меня только петиты есть. Это, получается, кстати, четвертый петит из моей коллекции, и все эти петиты я купила осенью, представляете? Ну да-да. Тут написано, что хорошая идея написать свои инициалы и дату, когда вы закончите работу. Вот, и тут... Даже представили цифры, примеры, да, как можно вышить цифры и буквы. Боже мой, какая прелесть. Мелочь, вот приятно, ну, приятно, скажите, согласитесь. Просто прелесть. По-моему, в новых наборах такой истории нет. Вот тут обычно одна иголочка, в аппетите там две иглы. Какая красота. Просто прелесть, я в шоке до сих пор, что мне удалось тоже урвать этот набор. Хоть и не задешево, но я тоже провела свой ресерч, извините меня. Поняла, что он нигде не продается, даже за рубежом его нигде нет, ни на каких амазонах, ebay и прочих историях. И поняла, что мне надо. Надо. Вот такие у меня покупки сегодня были. Уникальный, интересный, необычный. Но с этого я вообще в шоке. Вот этого всего. Это что-то невероятное, на мой взгляд. Тут еще металлизированная нитка. Смотрите, какая красота. Ну, я как сорока. Она все красивая, она все блестящая. Господи, сетка на меня упала. Классно. Поставила ракурс. Хорошо. Продолжение моих покупок. Я немножко передислоцировалась, как обычно. Мне хочется тут какой-то разнообразный вам кадр принести. Я тут собирала, не знаю, несколько недель, наверное, эти посылки. Недели 2-3, наверное. Ну, ладно. Я уже не буду уж преувеличивать, недели две, наверное, точно. Не отходя от кассы, вот к этой русалке, которую я вам показывала в начале или в середине этого видео. Короче, к этой русалке я говорила, что я хочу заменить основу. Я сегодня сезона забрала основу. Вот такая вот основа из магазина Гуси-Лапуси. Очень мило это все выглядит. Тут такая вот наклеечка. Я у них, по-моему, заказывала уже что-то. Ну, были у кого-то такие наклеечки. Вот такой вот. Оформление. Это Мурана 300 раунд 5106 оттенок, хлопок вискоза синий-серый. Ну, он такой немножко, знаете, голубиный сизый оттеночек. Очень симпатичный, красивый, не яркий, прям морской. Хорошенький, хороший. И я его еще не сравнивала с оттенком вложенной здесь Аиды. Я вижу, что она вообще другая. Я надеюсь, подойдет. Блин. Как так? Как так вышло? Не знаю. Ну, короче. Не, ну, в целом, мне вот этот оттенок гораздо больше нравится. Единственное, что... Главное, чтобы русалка не слилась с фоном, как бы. Я понимаю, что она рыбёха, но... Уж прям, то что... Блин, тут такой оттенок, который, мне кажется, сильно сольётся. Хотя, вроде ничего, смотрите. Вроде хорошо.
А что я говорю-то? Я примеряла через интернет, смотрела на нитки и смотрела, что там на фотографиях хорошо смотрится. Клёвый оттенок мне очень понравился. Я надеюсь, у меня вообще получится вышивать на равномерке. Но то я ее покупаю потихонечку. И к этому сюжету мы еще вернемся, потому что очень мне захотелось, знаете что, к этой русалочке добавить в композицию еще что-нибудь. Ну прям вот душа просила душа мне это сделать. И я долго выбирала. У меня на Авито выскочило объявление с такими кругляшками, рыбками, старые наборы от Панны. Я посмотрела, они такие, ну типа средненькие, да, ничего, какого-то вау-эффекта они у меня не произвели, на меня не произвели никакого впечатления, прям вау. И в этой серии единственное, что есть другая рыбка, по-моему, называется рыбка-петушок, и вот ее нигде нет, она снята с продажи, как я уже сказала, это старые наборы, там две или три рыбы продается вот в объявлении, и там нет среди них этой рыбки-петушка, и она самая красивая, она такая вот кораллово-розовая, очень красивая, ее нигде, к сожалению, днем с огнем не сыщешь. Вот. И все равно эти кружки, они достаточно большие, я подумала, не буду. И потом я вспомнила, что я у кого-то из российских производителей или других видела, то ли у Чудесной Иглы, то ли у Алисы, видела маленьких рыбок, миниатюрных таких. Я их купила. Посмотрите, у Алисы какие есть клевые, здоровские рыбки. Я тут обнаружила, что несколько оттенков у них сочетаются. Ну, точнее, не сочетаются, а одинаковые. Вот эти вот два бирюзовых, видите? Вот здесь. И еще какой, сейчас уже не буду искать. По-моему, какой-то вот этот горчичный и вот этот, по-моему. Очень не похожи. Может, на камере нет? Но в жизни, вот, очень похожи. И да, по-моему, вообще суперская серийка такая. Мне прям очень нравится. Вроде бы как там только эти две рыбки. Есть, больше нет ничего. И я их купила после того, как заказала вот эту основу. Посмотрю, если что-то от нее останется. Я их вышью, конечно, вот на этой тоже. Основе они будут еще меньше, потому что здесь вложено Аида 14 аккаунта. Это 32 Мурана. Если нет, то закажу еще кусочек, господи, что мне стоит дом построить, как говорится, рыбки, супер, что еще сказать про них можно. Также, вы знаете, что, если вы смотрите мой канал какое-то продолжительное время, по моим покупкам, можно понять и знать, что я очень люблю девочек вышивки, и сейчас у меня в последнее время есть еще обсессия по ангелочкам девочкам, по феям. И по русалочкам теперь у меня есть одна русалка, другая от Димы, которая мне так сильно нравится, боже мой. И они у меня все такие миленькие, маленькие, такие хорошенькие, но не было у меня ни одной забияки, такой какой-то вот такой, вот такой вот, понимаете? И тут что-то вот мне взбрело в голову, мне начали на Авито выпадать наборчики, тоже маленькие, старого производства у Алисы. Я списалась, благо от меня было недалеко, совсем 85 рублей, мы с девушкой встретились, и я у нее забрала вот эту Клару. Вообще, мне нравится ее имя, мне нравится, какая она непоседа, мне нравятся ее рыжие волосы, которые торчат в разные стороны, ее вот это вот платьице, просто потрясающе, ее вот эти вот туфельки, ну просто супер, она такая румяная, такая веселая, и у меня уже на нее есть план на следующий год, я хочу ее в кое-какое изделие приспособить, к кое-какому изделию. Так что мне она очень нравится. Ниточки тут просто волшебные, тоже яркие, сочные. Мне кажется, одно удовольствие будет вышивать ими. И я не знаю вообще, к сожалению, Алиса не пишет никогда, какой год производства. К огромному сожалению. Но я думаю, судя по упаковке, видите, какая она, то есть какая у них сейчас. Показать-то. Вот. Даже логотип совсем другой. И какая раньше была, но я думаю, это, наверное, нулевые какие-то года. Ну, прям совсем старенькая. Просто супер. 85 рублей. Сплошное удовольствие. Дальше будут опять покупки на Авито. Где же еще? Я просто роюсь там постоянно.
смотрю какие-то, нахожу какие-то драгоценные камушки периодически. И, наверное, покажу набор, который вот только-только недавно заказала. Он был, по-моему, последним как раз набором, который я заказала. И, значит, с Авито я забрала. Сейчас вам покажу, во-первых, тут Аида 18-го аккаунта. Не просто, извините, я говорила, да? Зарекалась, да? Что? Я не буду покупать большие наборы ни в коем случае, особенно наборы там, вот, например, паны, потому что там 33 цвета и вот эти все черно-белые схемы, тыры-пыры. Здесь, во-первых, не черно-белая схема, я так понимаю, она тут цветосимвольная. Что тут написано? Цветная схема, но она, ну, в принципе, да, можно сказать, цветная, она такая более цветосимвольная все-таки, потому что, вот, например, у Алисы цвет в схеме, да, оттенок изображения значка, то полностью совпадает с значком, с оттенком нитки, да. А здесь же все-таки нет, здесь есть определенный цвет значка, определенный значок на схеме, и, естественно, он практически никогда не совпадает с оттенком, но, тем не менее, схема цветная, я ее сейчас покажу. Ну, такая, все-таки цветосимвольная. И я, блин, балда-балдова, я все смотрела, вот, мне очень нравится видео с запасами или с покупками, особенно у вышивальщицы наборов разных, это материалов сопутствующих, ну, в основном наборы, я люблю очень смотреть. И иногда бывает такое, что они говорят, что вот, блин, я вскрывала как-то неудачно, неаккуратно, и порвала упаковку. Я думаю, блин, да как так? Как вот так у них получается? Как они так умудряются? Можно же прощупать и аккуратно вскрыть. Вероника сегодня просто. Добрый вечер, а что это значит? Вот по-другому это не назовешь. Ну как можно было пол упаковки прорезать? Насквозь, вот просто. Вот. Потрясающе. А у меня ножик вот этот маленький, морковка, я показывала, по-моему, в прошлых покупках, что ли. Я думала, он будет тупым, что ужас, потому что, ну, он такой маленький, там лезвие вот такое вот, а он такой острый, жуткий. Я так аккуратненько провела, но, блин, насквозь прорезала. Я сначала подумала, что мне девушка положила набор без упаковки. И потом, когда я его достала, я поняла, что я вообще-то как бы прорезала ее. Ничего страшного, нормально, Вероника, все. И, короче говоря, я этот набор почему заказала на Авито, хотя он продается и на маркетплейсах, и в Леонардо, и, по-моему, в Иголке он есть. Вот просто, вот пруд-пруди его, он спокойно продается, это не какая-то редкость, он не выходит из продажи, он находится в их постоянной, можно сказать, коллекции, да. Я не знаю, тут какой год. Тут написано 21 год. Упаковщица 21 год. И 21 упаковщица. Ну, короче. И почему же я все-таки его взяла на Авито? Потому что девушка устраивала распродажу у себя в профиле наборов. И мало того, что она поставила цену практически в 3 раза дешевле, чем в Леонардо, и в 2 раза дешевле, чем на Озоне, в 2 раза, чтобы вы понимали, так еще и она... Там есть функция на Авито, что можно за счет продавца сделать бесплатную доставку покупателю. То есть она нажала кнопку полностью оплатить доставку или там сделать скидку на доставку, например, да? И она полностью тоже нажала эту функцию и полностью оплатила за свой счет доставку, помимо этой большой скидки. И этот набор мне обошелся в 500 рублей с бесплатной доставкой с Авито. Это просто, это такой винтаж. Мне очень нравится. И я не буду здесь заменять основу, потому что, во-первых, это мелкий аккаунт 18 Аида. Она очень красивая, вот такого кремового цвета. Немножко даже крем-брюле, я бы сказала. И почему я не буду менять? Потому что здесь, вы знаете, вот эти камушки, дорожка. Это так все красиво. Я посмотрела, как это в отшивах выглядит. Он... вышивальщицы, они тоже не заменяли основу. Это прям имитация вот дорожки, вот этой клади, вот это немножко даже как будто бы черепица вот здесь вот проскальзывает, или как это назвать, короче, покрытие дома. Очень красиво это смотрится, поэтому на равномерку я заменять не буду. Вот эти квадратики прям, ну, хорошо смотрятся, крестики у Аиды. И все это такая красота. Тут, конечно, бэка, я смотрела на стичсу, как писали отзывы на этот набор, что
тут просто с ума сойдешь с этим бэком, ну, посмотрите просто. Просто можно посмотреть на одеяние барышень на первом плане, да, на дома, на все. Вот это вот просто что это такое? А, ладно, ладно, без комментариев. И чем мне понравился? Тем, что, во-первых, у него неполная зашивка. Большой набор, но неполная зашивка. И девушка, кстати, его покупала на Wildberries. Видимо, может быть, по каким-то большим скидкам. Поэтому, может быть, она его тоже так дешево продавала, не знаю. Или, может быть, она не знает актуальных цен. А я-то знаю, потому что он у меня уже давно в избранном висит. И чем мне еще понравился? Цветовой гаммой. Очень красиво, все так классно. И вообще суперски выглядит. Супер. Винтажный такой, хороший. И мне вот это нравится, вот эта вот многослойность в одежде. Вот это вот такая вот классика, супер. Очень клево выглядит. Атмосферный, очень сюжет атмосферный. Мне прям очень он нравится. И, ну, я не знаю, может быть, если не в следующем году, то через годник я его точно вышью. Потому что он мне нереально сильно нравится. Тут делов-то, в принципе, да. Если посмотреть, вот здесь не зашивается, тут много пробелов. В домах тоже достаточно много бэка, но вот пробелы, пробелы, пробелы. Здесь как будто тоже у барышни на втором плане тоже пробелы в платьях, да. Ну и небо тоже пробелы. Вот здесь вот. Так что, да, очень хорошо. Мне нравится. Хороший наборчик. Я очень нравится. А сейчас будет история, как я случайно увидела целый лот наборов за копейки. Я там увидела аналог Dimensions, причем это старые тоже наборы, но уже чудесные иглы. Два набора, которые у меня висели в избранном тоже на Авито, но от разных вышивальщиц, от разных этих продавцов в разное время они у меня висели. И там была еще девочка, которую... Ух, коленка хрустнула, господи. О которой я тоже могу кое-чего рассказать. Значит, вот такую стопку наборов я купила одним лотом за 400 рублей просто. И это все чудесная игла, за исключением одного вот этого набора. Тут сразу скажу, что... Во-первых, здесь есть чудесная игла разных времен. Например, вот такое оформление, как вам? Помнят, наверное, только алды. Закаленные уже, да, временем. Нитки вроде красивые, симпатичные, но сам сюжет мне не очень нравится. Не знаю, буду ли я его вышивать. Но так как он был лотом, и мне нужны были только другие наборы, которые мне очень сильно понравились, я закрыла глаза вот на эти два маленьких набора. Второй, кстати, набор. Он мне не нравится, это набор от Clarst. Я люблю всратенькое, конечно, но это не мой сорт всратенького, можно сказать. Ну, как-то вот не то пальто. Не знаю, куда я и где, но что-нибудь, может быть, я не придумаю. Может, просто будут лежать, дожидаться своего часа, когда придет их время, и у меня, может быть, вкусы как-то поменяются. Ну, что-нибудь, может, придумаю с ним. И что там было другое? Давайте я вам покажу, как я их разделила по стилистикам. Во-первых, это вот они у меня лежали у разных продавцов на Авито. Вот этот домик классный, суперский. И вот такая вот композиция. Очень классно. Мне очень нравится, как пугало здесь сделано. Просто супер. Он такой милашка. И птички. И такая осень классная. Такая приятная. Рыжая осень называется. А это яркое лето. Ой. А это, наверное... Я только сейчас поняла, что это серия, оказывается. Потому что D096 и D097. Значит, у меня где-то еще есть весна и зима. Может быть и нет, а может быть и да. Я, конечно, не могу, наверное, себя назвать сиреницей, но иногда бывает такое на старуху, иногда бывает проруха. Ладно, ну классные, такие незатейливые, смешные, минималистичные сюжетики, но такие классные. И ниточки у них очень приятненькие, особенно вот у этого набора, прям супер, хотя кажется вроде бы, да? Внешность обманчива. У этого набора ок, и яркие нитки. Ну, ткань здесь, конечно, ну, а это очень-очень-очень дырявая. Обнять и плакать ее, конечно. Ну, да, когда до них дойдет свое время, я ее поменяю явно. И из-за чего затевался весь сербор, я увидела вот этот набор.
Дименом, как Димоманы, да, это называется. Те, кто собирает дименшнсы, отшивают дименшнсы, очень любят Дим. Они, наверное, узнали этот сюжет. Есть там вот это, вот эти вот три лягушки из японской, как это назвать там, мифологии, наверное. Ну, не мифологии. Короче, есть в японской истории есть такая пословица. Ничего не вижу, ничего не говорю. И ничего не слышу. И они мне так нравились, эти лягушки. Дим, тоже вот здесь фотография будет этих лягушек. И они мне долго валялись в корзине на Wildberries. Меня все почему-то их не заказывало. И потом в этом лоте за 400 рублей я обнаружила вот этот... Я знать не знала, что оказывается, чудесные иглы были, был вот этот сюжет когда-то, очень давно. Видите, какая упаковочка у чудесной иглы? Я вам даже набор достала, чтобы сравнить, какая раньше упаковка была у чудесной иглы, а какая сейчас. И у них, кстати, есть еще какая-то светлая новая обновленная упаковка, но не у всех наборов она такая. Ну, наверное, может быть, у всех, которые в последнее время производятся. Вот. Но вот основная упаковка, которую уже все запомнили, которая уже у всех на виду, на слуху, это вот такая упаковка. И раньше какая была, тоже очень милая, мне кажется, чудесная. Вот я люблю старые упаковки у Кларк. Даже вот если посмотреть, куда я взял-то? Даже если посмотреть у этой сратой улитки, ну просто чудо. Ну чудо чудесное. Очень мне нравятся их старые упаковки. И у чудесной иглы тоже. Ну красота. Ничего не скажешь. Суперских, я их обязательно вышью, куда-нибудь себе повешу. Называются лягушки D81. Ну, вообще супер. Вообще супер. И нитки здесь, просто посмотрите на это сочетание цветов. Я просто в шоке. Кстати, вы заметили, что у чудесной иглы, что у Алисы старые наборы. Куда его дел-то? Господи. Что у чудесной иглы, что у Алисы старые наборы не имеет органайзеров, то есть нитки не разобраны, как у старых, собственно, Dimensions, Буцилы и вот этой всей братьи-свати. И что там было последнее в этом лоте, это просто... Я очень давно видела этих девочек, они мне очень сильно давным-давно запали в душу, и мне очень их хотелось. Потом я про них напрочь забыла, потому что они... тоже старого производства. Я что-то уже на вторых планах скинула. Они мне вообще вылетели из головы, я бы даже сказала. И потом мне они начали попадаться в... Ну, я не знаю, как это правильно назвать. Пересборка от Nitex. Это, я так понимаю, китайские наборы какие-то с китайскими нитками. Сюжетов старых каких-то, может быть, даже российских, и не только, кстати, российских, вроде как, производителей. Вот. И они мне нравятся, они, по-моему, даже больше. То есть там вроде бы тот же сюжет, та же картинка, но, по-моему, там наборы даже как будто бы больше визуально кажутся. Я их тоже начала кидать в корзин, в этот, в избранное у себя, по-моему, на Озоне они мне попадались. Я такая, блин, какие они классные, классные. И тут... они мне начали попадаться на Авито и просто ускользать у меня из-под носа. Особенно вот эта девчонка. Очень она мне нравится. Здесь написано, что она Настенька. Но без обид, конечно, все Настеньки этого мира. Но я не могу отделаться от ощущения, что она не Настенька, а Дашенька. Ну, не знаю. Вот почему-то Дашенька. Она для меня, и будет она у меня вышиваться как Дашенька. Нитки просто супер. Мне очень нравится. У нее, я не могу, мне нравится ее, ну что это, фартучек или не фартучек, ну в общем, что-то какая-то у нее здесь, что-то у нее здесь повязано на платье, значит, с заплаточками, туфельки у нее тут с такими вот, со сборочками, носочками, кукла у нее в руке, она стоит такая, шляпа у нее просто потрясающая. Лохмы у нее во все стороны тоже торчат, бантик за ним, так она нравится. И она была как раз в этом лоте. Боже мой, я его уже увидела под вечер, в 10 часу вечера. Я говорю, давай писать, блин, девушке. Думаю, боже мой, хотя бы ради нее я его куплю. Потом я увидела, что, оказывается, там вот эти два томика, что там вот эти потрясающие лягушечки. Я думаю, все, ну нет, это я точно забираю, мне это точно сильно надо. Как все произошло, я ей написала, я увидела этот набор. Я поняла, что это тот же самый набор, который я накануне добавила от Nitex. Вот просто один в один набор. И это оказалась чудесная игла
А я везде видела только этот набор. А вот этот набор, ну давайте я вам покажу. Василиса. Этот набор я видела только у Нитекс. И я подумала, боже мой, мне так нужно. Он стоил, по-моему, то ли 150 рублей. Ну что это такое? То ли 100, то ли 150, по-моему, рублей он стоил. Боже мой, какой он мне нужен, какой он классный. Тут у нее, во-первых, такая поза жизнеутверждающая. Она держит собачулю, у нее потрясающие ботиночки. Платье просто супер, ну и шляпа. Извините, выше всех похвал. И тут уже чудесные глобули нового уровня, да? Посмотрите. Органайзер, причем брендированный органайзер-то, а? Ну, красота красотовская. Я, видимо, не перестану деньги тратить, потому что один набор, который мне очень нравится, он есть на Озоне, и еще на Озоне есть два других набора. И еще есть один набор в Леонардо в Москве. А еще есть один набор, который у меня уже с месяц, наверное, лежит на Авито. Он на Вайлдберрис есть, не просто на Вайлдберрис, он стоит на 1000 или на 1300 рублей дороже. И я просто, знаете, я держу себя вот так, чтобы не заказать еще, потому что видите, сколько я наборов вам принесла, помимо того, что я показала вам уже, я уже умудрилась, я посчитала, у меня за осень я заказала наборов 25 или 24, ну что-то такое. И уже сколько я за декабрь заказала. Слов нет, одни эмоции. Кстати, по-моему, те видео... Ой, ну да, те отрывки, которые были в самом начале, это еще осень я вам показываю, это еще осенние наборы я вам показываю. А вот эти наборы, это я уже зимой умудрилась заказать. В общем, вот куда в таком количестве? Боже мой, вот куда я их унесу? На 20 лет, что ли? Нет, конечно, может быть, еще поживу. Я-то еще поживу, но, боже мой. Обосываться, не обосываться. Ну, зато на пенсии будет, знаете, не скучно. У меня будет есть чем заняться, как бы, да? Ну, да. Ладно, в общем, вроде бы я вам все показала на данный момент. Спасибо большое за просмотр. Может быть, вам что-то понравилось из того, что я покупала. Может, вас что-то заинтересовало. Вот. Еще раз спасибо большое за просмотр. Обязательно себя берегите, потому что это очень сильно важно, особенно в такое тяжелое время для всех.